Реконструкция улиц, как и строительство социальных учреждений, имеет для города большое значение и находится на общественном контроле. Обновление внешнего облика улицы Парковой в Щелкове – один из таких проектов. Глава Щелковского района Надежда Суровцева в рамках партийного контроля «Единая Россия» осмотрела первый этап реконструкции. На 400-метровом отрезке улицы от площади Ленина до улицы Зубеева рабочие приступили к снятию асфальтового покрытия для последующей укладки брусчатки и сети наружного освещения. Они будут скрыты от глаз под землю. На месте серого асфальта появятся рисунки, выполненные в трех цветах дорожной плитки, и скамейки, которых на Парковой никогда не было. У нас вот сейчас очень хорошая складывается практика, то есть мы берем на свой партийный контроль те проекты, которые в принципе инициировали руководители фракции, члены нашей фракции партии. То есть вот эта вот идея пешеходной зоны в городе Щелково, она дальше продолжает реализовываться. Парковая улица станет пешеходной за счет ликвидации одной из полос, предназначенных для автомобилей. Завершение первого этапа реконструкции станет хорошим подарком горожанам к предстоящему в сентябре Дню города Щелково и Щелковского района. Ближайшие 150 метров, они уже активно ведутся работы, прокладываются сети наружного освещения, уже брусчатка готова к тому, чтобы ее укладывать. То есть я думаю, что достаточно реально, чтобы ко дню города Щелково и Щелковского района у жителей был такой хороший подарок. Реконструкция Парковой – всего лишь продолжение идеи превращения центра города в единое пешеходное пространство, уникальное по своему архитектурному стилю и исполнению. Примером воплощения задумки архитекторов стали главная площадь города Ленина с фонтанами и цветами и набережные Юности и Серафима Саровского. Реконструкция Парковой затрагивает не только внешнее убранство улицы, куда должен будет вписаться строящийся перинатальный центр, но и коммунальные сети, пронизывающие ее почти на всем протяжении. Районные власти не скрывают, работы предстоит много. Результат такого труда должен радовать щелковчан в течение минимум 25 лет. Этого же ожидают от строителей депутаты фракции «Единая Россия».